Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу мод на мебель для Майнкрафта Pocket Edition. Это уже третья версия мода, поэтому здесь очень много исправили багов, а также добавили новые вещи. Ну что ж, приступаем. Во-первых, нам добавили такую мини-елочку, которую мы можем поставить в своем домике, и она будет украшать наш домик. Идем дальше, у нас обычный унитаз, но к нему добавили довольно прикольный звук, который можете сейчас слышать в своих экранах. Да, довольно прикольно, но все же звук, как видите, маленько багнут. Это у нас... Нет, давайте еще маленько сидим. Вот. Дальше у нас идет мусорка, в которую вы можете выкинуть реальные вещи, да, и они прямо пропадут. Так, давайте теперь перейдем сюда. Если у вас есть собачка, то вы сможете сделать ей вот такую красивую будку с крышей, да, довольно странно это выглядит, но все же есть будка. Дверной звонок, к которому вы сможете позвонить. К примеру, это понадобится на серверах, где есть домики. Это у нас доска, школьная доска, но с ней мы ничего не можем делать. Дальше идет парта, как видите, довольно красивая парта. И также стульчик, на котором мы можем посидеть и, можно сказать, посидеть за этой партой. Да, довольно прикольно это выглядит, как видите. Так что скачивайте этот мод, а также оценивайте его. Как видите, мод также добавляет iPhone или что-то в этом роде. Книжку такую тоненькую, очень тоненькая книжка. И, как видите, ручка или карандашка, я не знаю, что это такое. Но, как видите, есть еще один такой красивый стульчик. Также мод добавляет золотые кнопки, точнее, золотая кнопка из YouTube и серебряная маленькая кнопка. Как видите, они отличаются своими размерами. Также мод добавляет кондиционер, который вы можете поставить в своем обычном мире. Или в домике, где вы захотите, там вы и поставите. Что-то я еще вам могу сказать. Ну, если честно, мод очень прикольный. Например, он добавляет звуки и добавляет новые вещи. Но эти звуки мне очень-очень понравились. Вот. Ну что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.